Любимую жену, маму, бабушку, тещу Сак Дануту Антоновну из деревни Дулевцы Волковысского района со светлым праздником 8 марта поздравляют любящий муж Антон, дочь Вероника с мужем Игорем, внуки Настюшка и Андрюшка, дочь Антонина с мужем Андреем и внук Евгений. Поздравляем тебя, милая мама! Мы хотим, чтобы ты улыбалась, душа радостью лишь наполнялась. Станем дочерьми примерными и на помощь придем первыми. Ведь хотим, чтоб ты не уставала, а почаще отдыхала. Не старела, а лишь молодела. И танцевала ты, и пела. Мамулечка, любимая, позволь нам тебя обнять. Какое счастье, что ты есть у нас. Спасибо тебе за любовь, за тепло и ласку. Все мы дружно говорим. Прими поздравления. Ожидания и капризной судьбы обещания, но любовь задержалась в пути, ведь нам друг друга так сложно найти. Молодой, озорной, как ветер в поле, мое сердце рвется птицей на волю, чтоб лететь за тобой, не зная преград, словно юность ко мне вернулась назад. Озорной весенний луч, что не побоялся хмурых туч. Я пойду за тобой, не зная преград, словно юность ко мне вернулась назад. Снова 18, ты хочешь петь, танцевать и влюбляться. В моем сердце занять свое место. Ты хочешь быть счастливой невестой. 18, мне снова 18, я хочу.